Мы будем говорить. Недавно был клип новый снят. Да, какой клип? Не знаю, ты говорил. Да, я снял клип, ну, да. Я ему рассказывал про них, как он снял. Нигеги бяни тесал ванкнинг, который был, кажется, мне кушал потом, там, пример анканинг. Арасрек, я сверчас, энкан шат бановым сбавил. Это Нигеги бян, который сушал на Петрусян, на Мурцага, на Капашку. Да, молодец, да. Энкан бановым сбавил, нор вор артен чем ищу. Вот апес хацерлинг вец, нор ерке дайнагрел. Вор амен шапат, им самар пример, нор еркери. У шат шат урахем этарито, вор офетев, эсерва дурцем бес апр. Дранов, у... Это хорошо, да? Это вот я очень даже... Кани дарчем хокнел из горцов. Дай бог, вор че хокнес. Хокнем, артен хокнен, вор тев, шо то заинска вора кадурска га. Шат, сенц, хашват зоры мунацел. Когда? Чем аси оре, кес хату крави атом са куарки мартен. Хорошо. Кес вахен мем орасет, вор фетев... Исуеве. Да, мяйн изнес чек ахва, че, чека снаватсун, варки, то паре ан, че гидем, эспес хан тинеркан, вор антиш ту шастом. Да, понятно. Но главное, что это будет феерический день, потому что все, что ты организуешь, бывает интересно, со вкусом, вкусно и хорошо. Ай, дуйнуем песни верча артнейц, меку, а сам гости айн егелес. Да, да. Ну не спали, да, если ты. Пять номер, не знаю. Это хорошо. Вот, слушай. Хочется еще много вопросов тебе сразу задать, но у нас, как говорится, реклама подкралась незаметно, время эфирной рекламы. Сейчас мы прервемся коротенечко на рекламку, дальше вернемся, будем, значит, слушать все, что возможно хорошего. Да. Это про наших спонсоров. Да. А дальше, знаешь, давай что послушаем? Да, что? Давай послушаем Сереженьку Григорьева, потому что песня твоя, да, автор да. ты, и он наш друг и вообще да. хороший человек. Да. Да. Давай передадим ему привет. В одноклассниках, если он. Азгенеш так и Марцана Кавен Зарманса Цеминаца Сергей Нурвочу. Да. Инкатенслеры в Сапрелер Глуха. Молодец. Он хотел быть Фантомасом. Я не знаю. Лавры Фантомаса не дают ему покоя. Или Гоши Куцен. Ладно, прерываемся коротенько на рекламку. Дорогие радиослушатели, если вы подзабыли, на какой радиостанции вы находитесь, то... Ауэн Ньот, Арат ФМ. Да. Издавай сексуальное. 97, Арарат ФМ, Лара Вебер, программа «Машина времени». Это самая экологически чистая радиостанция во всем телерадиопространстве. Галактики. Да. Поехали.